Всем привет, друзья, с вами Бананчик, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поиграем с вами в симулятор космической добычи. Здесь можно добывать ресурсы, улучшать свой ранец, который сзади висит, правда, у меня ранца не видно, у меня слишком широкий банан, вот, и улучшать свое оружие. Вот у меня такое оружие, правда, почему-то оно у меня невидимое, я не знаю, что это такое. А Вот, видите? И также можно закупать себе, скорее всего, и питомцы. Ну, у него я вижу, что есть питомец. Давайте начнем тогда. Посмотрим. А, что у нас интересного тут есть точно? Давайте лучше сначала посмотрим. Здесь у нас шоп. Здорово! Здесь ранец для... Вау. Также у нас это пушки, с которыми мы добываем ресурсы. Вот маски. Вот они. Какой питомчик-то, а чё они такие? Но сначала нам бы попасть в шахт. Вот у нас шахта. Как летать-то здесь? Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, да я. Подожди, я же не умею. Я сразу полетел, блин. Так, турбо у нас нету. Так, что здесь на за восклицательный знак? Это миссион, на выполнение миссии. Это апгрейд, ребята, это апгрейд меня, самого... Реберс на 1 миллион долларов. О, это спавн. Понял, блин. Вот это спавн. Нажимайте сюда и на спавн телепортируйтесь. Также монеты, ранец и еще какие-то монеты. Так, кодиков нема. Вот, геймпассы. Это спид, типа быстро бегать. Випка за 300. Вау. 1495. Практически 1500 роблоксов. 200 роблоксов энергия. Мини-спэд на... Ой-ой-ой-ой. Монетки тут, ребята, тоже не очень дорогие. Можно закупиться. А вот эти монетки, я не знаю, для чего они нужны. Пойдемте, ребят, наверное, на первую миссию. Ой, нет, на первую миссию. На первую этот. Первую шахту, короче. Ребят, я теперь понял, где можно зарабатывать эти 10... Господи. Эти монетки розовые, правда... Я пока не знаю, для чего они нужны. Может, для какой-нибудь покупки? Отлично. Тут что такое? Какой-то доллар в стеклянной штуке. Не знаю, что это такое. Без понятия. Sell. Продажа. Пойдемте, наверное, на А. Там С. Д закрыто для меня, наверное. Поехали. Так, мы берем... Ясно. Ё-моё, вы посмотрите, как это долго будет. А у меня второй левел уже откуда-то. Я уже левел получил. Ресет. 158 секунд. Это так медленно я буду добывать? Или что это? Или это... немного не понимаю, ребята. Что за рес... Или это рестарт этого блока через 140 секунд будет? Так, а я внутрь могу попасть? Я внутрь попадаю, но... А, во, я ходить могу. Все, я хожу, ребят, я хожу. О, нифига себе. Это что за красный алмазик? $900 за... Почему-то я все время доллары называю, ребят. 900 монет. Нифига себе, я за этот... Вот это да. Ребят, кому понравится эта игра, пожалуйста, поставьте лайк. И подпишитесь на канал. Вместимость-то у меня сколько? Что-то не посмотрел, сколько у меня вместимость. А, все, 50. Телепортация. Ой. Ой. Это куда? А я могу туда? Нет, не могу. И куда это все уходит? Какая-то штукенция такая интересная поставлена. Ничего себе. Интересно, ребят, интересно. Пойдемте посмотрим, что можно нам купить. Так, я нахожусь в магазине. Давайте посмотрим, может, пушечку можно какую-нибудь. А, 1500. Можно за 100 купить. Давайте за 100 купим пушечку новенькую. Ну и долго я тут буду ходить. А, вместимость за 500. Давайте вместимость купим сразу за 500. Во. Маска. А, маски за эти жетоны можно покупать. Все, я понял. Ничего себе. Ничего себе, ребята. А интересно, самая максимальная... Чего? Самая максимальная 4000? Нифига себе.
слушайте, что-то мне эта игра нечестно затягивает. И это этот, ну, кто помогает? Ё-моё, 750 роблоксов. Это дрон, во, дрон. 750, ребята, роблоксов. Ну, конечно, блин, я не посмотрел. Маски-то сколько стандартная одна? Все, понял. За 30 розовых, ну, давай. И ты... Тысяча монет, чтобы купить хотя бы один маленький дрон. Так, а вот это что это за фишка? А ты что тут стоишь, но? Не знаю, что он тут стоит, ребят. Что это такое? Не знаю, что это за штуковина. Поехали, ребят, дальше. А земля что? А что, она поменяла цвет, что ли? Смотрите, другой цвет стал у нее. Ой, земля, какая земля-то это? Шахта, ребят, это шахта, а не земля. Что-то все время я называю землей. Во, ребят, я поднялся, короче, на самый верх. Вот я на самом верху, вот там наша мини-планета. Там почему-то этой планеты не видно. Как опуститься-то? Давай опускайся вниз уже. Во, давайте здесь начнем копать. Ой, как быстро она копается-то. Во, нифига себе. Так, давай опускайся вниз-то. Как это все неудобно, ребят. Чтобы что-то копать, нужно... Блин, нужно наоборот вниз спускаться, короче. Ё-моё. Но игра очень интересная, ребят. Что-то нашел. Это что такое? Какой-то кристалл непонятного цвета. Нифига себе. Давайте дальше копаем. Копаем. Ну вот здесь... А, все. 100. Я могу 100, ребята, приносить сюда. Сколько мы монет получили? 229 монет, ребят. Эта игра мне, ну, более по нраву. Ее можно постараться пройти, но, ребят, все зависит от вас. Если вам игра эта понравится, я продолжу ее снимать. Все, ребята, зависит от вас. Поставите лайки, я буду снимать ее. Добываем, ребята, какие-то вот кристаллы, это вообще... О, алмаз, дайте мне добыть алмаз, пожалуйста. Не знаю, ребята, я или не я добыл алмаз. Тут еще какой-то... Ничего себе. Это что за зеленый? Ну-ка, иди сюда. 82. Все, блин, надо было замечать. Вот. Один вот такой блок стоит 114 денег. Там 82 денег. Ну-ка, давай, ломай. Дай мне подоставать, пожалуйста, что-нибудь. Во, за 58. Ребят, если вот так вот... походить, подоставать ресурсы только одни. Вот, это алмазик 91. Ой, 90 монет стоит. Вот эта штука стоит 130. Ничего себе. А есть еще что-нибудь? 138. Что-то еще достали. Я не знаю, что, ребята, там незаметно было. Тут можно только успевать. Давай. Мы залазим. Алмазик 74 всего лишь дается. Зеленый алмазик или это кристалл. Вот это 130 вообще. Если сейчас мы надобываем много ресурсов, это будет классно. Все, поехали продавать. Ну, сейчас я заработал... Вау, ребята, 2500. Я заработал 2500. Нифига себе. Пошлите, купим нам... нового дрона. Ну как нового? Первого дрона. О, я могу этот сразу. Смотрите, а вот это давайте купим. Вот этот дрон за 5000. Ну это Power 2. И также я хотел бы посмотреть себе ранец. Вместимость, точнее, побольше. 2500. Ага, у меня денег не хватит. Ясненько, все ясненько. Здесь у нас 1500 новый пистолет, ребят. Пошлите еще поскрябаем немного. Смотрите, ребят, он тоже добывает ресурсы, он просто сам добывает. А он куда добывает? К себе добывает? Ребята, он добывает ресурсы и сразу продает. Знаете, как можно легко нафармить денег? Просто купили очень, очевидно, хороший дрон. Вот даже за 750 роблоксов. И на ночь оставьте его. Он столько денег вам нафармит, это вообще пипец. Но правда, если в этой игре не кикает... Вот чего не знаю, того не знаю. Давайте мы тоже подобываем, как бы
Что, у меня один дрон, что ли, будет работать, а я буду фальшивить? Нет, я тоже люблю. Все, сел. Смотрите, если вы... О, видите, а он фармит. Он фармит потихоньку все. Интересно, если телепортируюсь, а он где? А он сзади. Да, он, ребята, с вами тоже будет. Ну что, эта игра меня немного подзатянула. Все зависит от вас. Чем больше лайков, тем больше я буду про эту игру снимать видео. А на сегодня я буду заканчивать. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. А на сегодня всем пока-пока.